Sceglie! 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 Это полный.
Hello!
King. Я могу Побеждением эту встречу было Денисенко. Up.
Сегодня в городе Севастополе, как обычно, у нас проходит чемпионат Крыма по тхэквондо. На эти соревнования съехались спортсмены из Джанкоя, Симферополя. Ну, кроме того, наши спортсмены выступают на этих соревнованиях. Количество участников больше 50 человек. Эти соревнования являются отборочными соревнованиями на чемпионат Украины, который состоится в конце мая месяца. Значит, очень приятно то, что география этого вида спорта в Крыму постепенно расширяется, и этот спорт приобретает все больше и больше популярность. Я думаю, что в скором времени крымские спортсмены заявят о себе очень решительно на международных аренах. На этих соревнованиях принимают участие очень известные мастера тхэквондо города Севастополя. Это Андрей Гросс, Кулешов Алексей, Зинченко Максим, целый ряд других известных спортсменов. Из девушек это Киселева Анна, Пироженко Виктория. Я думаю, что эти спортсмены, несмотря на то, что эти соревнования довольно-таки крупные, успешно с ними справятся и пройдут их как тренировочные и как подготовка к чемпионату Украины. Из симферопольских и жанкойских спортсменов кого бы вы могли отметить? Значит, ну, дело в том, что из тхэквондо в этих регионах начинает развиваться не так давно, поэтому таких известных спортсменов среди взрослых пока еще нету. Но, тем не менее, есть неплохие спортсмены в Джанкое. Вот. Это вот играющий тренер ихний, Шигай Евгений. Он выступал на целом ряде турниров, но на официальных соревнованиях пока он еще не выступал. Тем не менее, он показал себя довольно-таки хорошим, опытным спортсменом. Есть целый ряд неплохих спортсменов и в городе Симферополе. Давай,
Одним женщинам помаду приносят, пудру, другим боксерские перчатки, груши. Thank you.
Let's go.